Свобода, фантазия и веселье – вот что объединяет уличный баскетбол. Стритбол – это спорт без четко определенных правил, но его курс основан на положениях обычного баскетбола. В уличный баскетбол, как правило, играют на свежем воздухе на любой асфальтированной площадке. В стритболе закрывают глаза на многие ошибки и фолы традиционного баскетбола. Возможно, из-за этого он и набирает большую популярность. Все это сделано для того, чтобы оживить саму игру и усилить радость каждой минуты, проведенной на баскетбольной площадке. В Анапе такие соревнования проводят уже в третий раз. От имени главы муниципального образования, город-курорт Анапа Сергея Павловича Сергеева, искренне поздравляю вас, желаю вам успехов, здоровья крепкого, ну и самое главное, мирного неба над головой. Побольше площадок, побольше соревнований и побольше участия в массовых мероприятиях. Для участников и гостей мероприятия выступили детские творческие коллективы города-курорта. По словам организаторов турнира, Анапу выбрали местом для проведения игр не случайно. Что главное? У вас очень много солнца, и что находиться на воздухе, это намного приятнее, чем нежели где-нибудь, например, там, в Челябинске или в Екатеринбурге. Поэтому здесь именно заниматься спортом, мне кажется, действительно, здесь должны быть и большие базы, и крупные спортивные сооружения, которые вот сейчас как раз и строятся, и уже есть. Стритбаскет включает в себя многие атрибуты молодежной культуры. Уличный баскетбол не просто спорт, еще и музыка и мода. Но при всей своей простоте и доступности данный вид спорта не ограничился только улицей. Турнир «Оранжевый мяч» получился динамичным и прошел в прекрасной позитивной атмосфере спорта, праздника и лета. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа регион.